общем, работаю на завтраке. Я сейчас в отеле нахожусь. Просто разношу эти грязную посуду в кухню, отношу и все. А чистую обратно в зал. В общем, ничего тяжелого. С 7 до 12 сказали оплата столько. Вот так вот. Дали форму, рубашку. Я забыл и туфли не надел, с сапогами хожу. Но вроде ничего не сказали. В общем, закончил я работу. Время 12 часов. Что могу сказать по поводу работы? Нормальная работа, не тяжелая. Опять же, да, самое трудное там постоянно быть на ногах, ходить туда-сюда, таскать посуду. Суть заключалась в том, что я убирал посуду грязную со стола. И все, я относил в кухню только это. Так 5 часов. Людей поначалу немного, но вот где-то с 9 до 11, наверное, да, 2 часа подряд там без остановки идут. Вот в это время оврал. В остальное время спокойно. В принципе, неплохо. Платят 100 крон в час. Да, с 7 до 12 работал, 500 крон заработал. Вот так вот.